Что может заставить человека отказаться от всего, что ему близко и дорого, и добровольно стремиться попасть сюда, на необитаемый остров? Я не знаю. Я постараюсь это понять. Но факт остается фактом. Сюда стремятся десятки тысяч людей, известных по всей стране и неизвестных почти никому, кроме своих близких, родных и товарищей по работе. Совсем скоро они встретятся на небольшом клочке суши, затерянном между Панамой и Коста-Рикой. Думаю, такая встреча не могла бы произойти больше нигде. На этот раз в эту игру они будут играть вместе. Ждать осталось недолго. Алерта! Алерта, enemigo! Наконец-то вы все в сборе, и вы почти на месте. Повторяю слово «почти». Здесь вы окончательно прощаетесь с цивилизацией. Туда, куда вы направляетесь, вертолеты вас доставить не могут. Они вас доставят только до холма. Карты маршрутов вы возьмете у пилотов. Вам придется пройти через джунгли, найти небольшой поселок. В поселке причал. У причала вас будут ждать две лодки. По дороге через джунгли вы должны... Мы, значит, выступали перед моряками, там, на кораблях, на... У вас не посадят. Но хочу предупредить, что жилетов всего только 9. 10-й жилет находится в лодке. Племя, которое придет последним, должно оставить своего соплеменника на берегу уже сегодня. Вот таковы правила игры, господа. Осталось разделить вас на два племени, но природа уже все разделила без нас. Итак, дамы, налево. Отныне вы племя игуан. Мужчины, направо. Вы скорпион. Ура! Я говорила, что мы все вместе. Это круто. Господа, время! Каждым шагом они все больше удаляются от цивилизации. С той стороны джунглей они найдут только небольшой негритянский поселок. Там их ждут две лодки, на которых они пересекут границу, окончательно отделяющую привычный нам мир от мира в его первозданном состоянии. Непроходимых лесов, глухих болот и диких островов.
Они даже не думали, что мы их так разделим. Вы бы видели лица. Но игра есть игра. Я уверен, что звезды предпочли бы остаться на острове со своими коллегами. Как известно, мир очень закрыт, не любит отдавать свои секреты. Но теперь посмотрим, как будут жить звезды и не звезды. Сейчас мы их поищем. Я думала, что будет тяжело, но не настолько. А здесь говна-то сколько уж, меня простите, пожалуйста. Предупреждали бы. Все, я потеряла. Машку, ты потеряла? Я думала, что все будет, ну, хотя бы на миллиграмм, но полегче. Есть первый жилет! Не столько тяжело, сколько жарко. Эй! Сейчас, все хорошо. Бери. Иди. Бери рюкзак. Все, девятый в машине. Сергей Крылов, музыкант. Дело, девочка моя, если бы ты знала, я люблю тебя. Уже игуаны выходят в деревню. Я поздравляю. Девушки уже нашли деревню, а мужики все еще бредут по джунглям. Это означает, что места в лодке не хватит кому-то из них. Но кому? Пока я заметил, что эта дорога особенно трудно далась двоим. Кого племя оставит на берегу? Дали бы мне там пару сигарет во время этого, и так же бы и прошел бы нормально. А сразу лишают, когда всего человека, и потом, что же от него ждать-то? Нормально. Вот, и бегай, есть? ищи следующий. Вот, водички, дай глаз. Не надо ему водички, все, хватит, Валера сказал. Вы с карты идете, ничего не видите. This way. Максим Покровский, лидер группы «Ногу свело». Вы, к сожалению, проиграли. Кто остается? Да нет, ну давайте еще голосовать. Ну кто вот один может остаться? Никому не хотелось оставаться, как бы он был добровольцем. Ну, как бы он сам принял решение. Он сам вызвался. Я могу один остаться. Это вы решили сами за себя, Сергей? Нет, каждый должен понимать свои ресурсы, да? Ну куда, ну зачем выбирать? Ну а подергаться там, все, попробуйте. Ну куда дергаться? Смотри, какие ботинки. Сергей, очень жаль, для вас игра закончена. Для других игра продолжается. Я прошу всех в лодке. Все, ребят, давайте. Дядь Сережа! Ни разу ты не заныл, ни разу ты не заскулил. Шел и шел. Давай. Рюкзак. Самый философ, самый умный.
Никогда не надо играть в то, правила чего ты не знаешь. Мне пришлось на километров 5 идти по джунглям, и в определенный момент я просто задал себе вопрос, что я здесь делаю. Я понял, что испытание, перенесенное мной вот в джунглях, это самое большое испытание в моей жизни вообще. Вот две лодки идут вместе. Через какое-то время они разойдутся. Пойдут каждый к своему острову. Все, смотрите, расходятся. Но это не значит, что испытание на этом закончено. Не доходя до острова, их ждет еще одно испытание. Земля родная для нас. Здравствуйте, дорогие друзья. Николай Николаевич Дроздов, ведущий программы «В мире животных», доктор биологических наук, профессор. Девочки, не переживайте. Где наши мужчины? Как долго мы сюда добираемся? На эту землю. Вот здесь. Девчонки! Вот это лежало. Девочки, здесь задание. Давайте почитаем. Надо сварить. Девчонки, задание. А какой ну вот вы и добрались. Чувствуете себя как дома. Теперь вы, племя игуан, найденный амулет вождя, вы должны немедленно вручить тому, кто сегодня будет готов в любой момент ответить за все племя. Каждое утро вам предстоит решать, кому вместе с этим амулетом это очень грамотное решение. Вы отдаете свою власть на целый день. Очень хорошо. Мне можно прочитать? На теле где амулет? Вот и амулет, понимаешь, вот он. На одном интимном месте. Скрывает, так сказать, маленький размер. Надо его достать. А вот вода. Юлечка, ты... а давай снимем его, подожди. Вода это хорошо. Она немедленно вручить, да? Да. Давайте вот девушке дадим вот той главной. Она так сегодня активно участвовала всех. Вот она штаны снимает. Давайте ей дадим. Яна, я думаю, не надо. Как зовут ее? Яна. Яночка. Почему я? Сейчас объясню. Не бойся. Не, я не бойся. Ты же главная. Я не испугалась. То есть, как обычно показывает практика, да, лидеров вообще не любят нигде. Ребят, идите сюда, чтобы было легитимно. На тотемном столбе все здесь? Да. Угу. Висела вот эта штука, так кто не видел, да? Амулет. Амулет. Под этим амулетом такая надпись была, вот слушайте. Каждое утро вам предстоит решать, кому вместе с этим амулетом вы готовы отдать власть племени на целый день. Выберите прямо сейчас, кто сегодня будет готов в любой момент ответить за вас всех. Я просто чисто, ребят, вот, ну, должен быть какой-то один, мы все еще просто и друг друга не знаем толком, правда? Один признак, по которому мы должны вручить, кто первый его нашел, кто первый вскарабкался туда, это был Влад Сташевский. Ну, милый, скромный человек.
молодой день. Сегодня или это на завтра? На завтра уже. Сегодня, то я готов. Сегодня день конь, а на завтра даже не готов. Влад Сташевский, певец и музыкант. Нет у меня друзей и нет врагов, меня уже никто не ждет, лишь только эхо горьких слов, любовь здесь больше не живет. Предложение принимается. Нет, давайте предложение принимается. Николай Николаевич. Предложение принимается. Нет. Предложение принимается. Я тогда в свою давайте. Очередь. Так, а на следующий день, пожалуйста. Ну все, мы должны счет начинать, ребят. Кокос, вот. Вот пророщенный кокос. Вот еще один вам, посмотрите. Вот. Только он пустой. Смотри, какие крупные это плоды. Зеленые, вот, зеленые. Посмотри. Это апельсиновое дерево, что ли? Кокос. Это не кокос. Кокос. Это кокос. Это кокос. А еще они такие вот. Они такие. Они такой формы, еще они трех такие гранные. Значит, надо смотреть под деревом. Еще один. Что это? Чем мандарином пахнет, девочки? Новым годом. Помните, Новый год, мандарины у елки. Смотри, помните, конфеты, мандарины. Дед Мороз. Дед Мороз. Сейчас выйдет из моря. Я обожаю лимон. Это лимон. Давайте собирать их. Такой лимон, давайте собирать. Что делать, что делать? Все равно витамин С. Это не лимон, это что-то с апельсином. Да. Мандариновый лимон. Да. Лимонный апельсин. Да. Мы привыкли, что мы приезжаем на гастроли, нас встречают с цветами, накормят, напоят. Главное, как бы, нужно отработать хорошо концерт. А здесь наши гастроли начались вплавь до острова. Я отвечала весело смея. Юлия Началова, певица. Что ты герой не моего романа. Что это? Девчонки, девчонки, посмотри. Мне интересно, что здесь за дом? Хижина дяди Тома. Жанна Фриске, солистка группы «Блестящие». За четыре моря, за четыре солнца, ты меня увез бы, обещал мне все на свете. Ранила? Чуть-чуть. Ну вот, собственно говоря. Вот, собственно говоря, то, что мы имеем. А где же мы? Значит, девчонки, что значит мы сегодня? Надо крышу нам, да, организовать. Настил, на чем мы будем спать. То есть доски или бревна, что найдете. У меня даже мысль такой не возникает, что нам нужен мужчина. Даже для того, чтобы его как-то визуально ощущать, да. Давай, раз, два, три. Отлично. Нет. Как ты мне сдавай? Ну, Жанна, ну подумай. Подумай. Как мы будем? Ну, вот пальму накидаем. Потому что нельзя женщин селить в одно большое стадо. А почему бы нас вот не объединить было в одну команду? Интересно. И мужиков, и женщин. Машка, гори! Блин! Я сейчас задохнусь. У меня глаза не видят ничего. Маш, дуй! Машка, ну дуй! Чё ты? Ну, а вы говорили. Девчонки, загорелось! Быстрее! Ура! Ура! Ну все, привет.
Этого я ожидала. Вот это загорает. Вот. Надо костер вообще делать с той стороны дома. Вот скажи, пожалуйста, чья идея была вот здесь костер сделать? Совместно. Ты сказала, чтобы здесь посидеть. Нет, я сказала, костер надо сделать там, где посидеть, правильно? Ну вот у тебя здесь и посидеть. Копай посередине, я выкопаю. Вот здесь тебя и посидеть было место. Вообще костер не там, в тени надо и от дома. Нет, а ты мне что сейчас высказываешь? Я просто говорю, ты будешь делать или нет? Ты поможешь мне или нет? Я спрашиваю. Я помогу. Ну все, я тебя... Через три минуты можно? Только поспокойнее разговаривай со мной. Я спокойно абсолютно. Звезды чувствуются только в лике. Я понимаю, когда звезда уже закатывается, наверное, надо где-то себя проявить. Хотя... Когда мы сюда приехали, смешно, но я даже не знала, кто такая Лика Стар. Лика Стар, певица. Костер мы неправильно месте развели, во-первых. Ну, не копайте, пожалуйста. Не, я просто тебе говорю, чтобы мне помочь. Что, опять копать? Вместе сделать это. А что, у нас больше некому этому делать? Ну ты рядом, ты первая пришла. Я познакомилась здесь с простыми людьми, вот с простыми девчонками, которые приехали на остров. И я поняла, что для них это реально колоссальный шанс, вот, жизненный. И мне лично, да, будет большой радостью отдать вот приз простому человеку. Это для меня вот будет радостью это. И нужно смириться с тем, что костер мы потеряем в любом случае. Нет, это не дождик у нас в лесу. В Барвихе. Давайте тогда сложим руки, вообще ничего не будем делать. Нет, мы будем, мы будем делать, мы будем крыть крышу раз и будем делать все, что нужно, два. Но просто то, что ты говоришь, что нам нужно сохранить костер, мы его не сохраним в любом случае. Я попробую это сделать. Если у меня не получится, то это я буду на твоей стороне. Если у меня получится... Хорошо, хорошо. Если у тебя получится, я тоже буду с удовольствием на твоей стороне. Это очевидная модель шоу-бизнеса. Тебе будут улыбаться в лицо. А за спиной как бы будут совсем другие вещи происходить. У нас в шоу-бизнесе дружба... На 5 минут. Дружбу на 5 минут. Ты предлагаешь сейчас весь огонь перенести? Будет дождь. Костер нужно навесить. Чем? Думать, я не знаю. Не думать, мы не навесили крышу себе, а мы уже будем занавесить костер. Надо в любом случае костер оберегать, хотя бы угли, потому что потом нам от этого просто хотя бы разжигать костер. То есть сейчас как ливень пойдет, и это все, вот эта вся затея, она будет равняться нулю. И мы завтра начнем действовать, потому что опять будем сидеть на солнце и разжигать этот костер. Ну, давайте пойдемте. Все сидят там, пойдемте и спросим у всех, что они думают по этому поводу. Человек считает себя звездой, а тут я приехала, там, да, кто-то и сказал, ты что поешь-то вообще? Ну, представляете? Я обожаю фигурное катание, как бы. Я смотрю почти все чемпионаты, я знаю, кто такая Маша Бутырс. Итак, впервые в истории женского одиночного катания чемпионкой планеты становится представительница России Мария Бутырская. Я так спокойна и вообще никуда не лезу. Я настроила себя вообще здесь молчать, думаю, без меня тут разберут, столько командиров нашлось, что пусть они сами там. Нужно в лесу туалетный бумаг. Столько листвы в этом. Ну да, с камышами. Да нет. С дерева сорвать и все. У мужчин меньше точек соприкосновения, потому что они более скрытые существа, более замкнутые. Ну и будем так говорить, каждый у себя на уме. Поэтому компания мужская, ну, тоскливая. Один, как Аленушка, вечно сидит на камне, смотрит взором на тот берег далекий. Может быть, вспоминает там женщин, женскую команду. Мужской компании хорошего будет мало. Mm-hmm.
правда вкусно. А это очень вкусно. Я уверена, что мальчики крабов не собирали. Да ладно. Он же готов панцирь есть. Не надо. Тише, вот это икра. Угу. Вот это, смотрите, самая настоящая икра крабовая. Да. Очень вкусно. Да. Девочки, мы спасены, то, что горячий наш желудок не свернется в трубочку. Там еще есть большие черные тараканы. Угу. Их тоже можно пожарить? Их жарят, да. Где? Где крабы? Да, кстати, да. Считается, что они очень вкусные. Ну, как их поймают, попробуем. Не, я боюсь. А их очень, да, так неприятно ловить. Да? Ну, понимаешь, тараканы такие, вот такого размера. Может быть, в пакеты как-то загонять? А есть как? Вот так же, они же жареные, уже не живые, поэтому не такие страшные. Попробовать, в принципе, можно. Можно есть все, что ползает. Хотя они не такие, кстати, поворотливые, как крабы. Да? Угу. Ты либо с ума сошла, либо действительно не понимаешь, о чем говоришь. Екатерина Семенова, актриса, играла в «Современнике», теперь в «Амхате». Сериал «Две судьбы», где она играет главную роль, недавно прошел на Первом канале. Прости меня. За что? Вера, прости меня. Эти крабы в кокосах, господи. Как на помойке ковырялись, честное слово. А мне понравилось. Ну, есть в этом что-то, азарт, конечно. На самом деле, это азартный вариант собирать крабы. Я просто, меня так куснул этот краб, я не знаю, вцепился. Я не могу его вообще вот так держать, он у меня вот так держится. Вон он. Ну, у меня то же самое, когда мы еще без банданы ловили, первый краб был мой. Клешня-то болталась. Еще я очень хочу кокос. Кокос? Свежий, нет, не кокос, а кокосовое молочко. Ни крабов видеть не могу. Не кокос. А мне так нравится. Нет! Тихо. Все, дуй. Давай, дополнение. Давайте палки быстрее. Ой. Тихо, не спеши. Ну? Быстрее, чем вы можете. Я чувствую себя в таинском аборигену впервые. Получишь могу. Я приятно был удивлен двумя людьми, вот из, как бы, из людей-артистов. Это Николай Николаевичем. Ну, как бывает, артисты там были, телевизионщики немножко испорчены или еще что-то. Но человек настолько закален и духом, и физически, ну, как бы, вообще очень здорово. И я очень был приятно поражен Максом. Тоненький, Кирилл, совсем давай тоненький. Но... Нет! Не, ничего, да, она не сильная была. Это тоже понятно. Нет, дядь Коль, нет, не надо это, ладно? Да, с Богом. Кирилл, давай совсем тоненький, их нужно больше. Не закладывайте его. Снизу. А, есть огонь, ну есть. Теперь уже все, ребят. Теперь. Не все. Еще не все. Ну вообще, да. Все, это 100% не все. Я в поддувал. Мужики! Давайте дров. Я поддувала. Для того, чтобы стать звездой, дебилом трудно. Это вот мы так привыкли считать. Вот он там вылез за счет чего-то. Нет, надо иметь как минимум характер. Вот возьмите Децела. Ну, маленький мальчик, вот все. Но у него же сильный характер. Надо выпарить чуть-чуть соли. В лист налить воды, короче, морской, и положить на солнце. Ну, даже если бы об этом сказали нам... каких-то 2 недели назад, что Кирилл, страна которого знает под именем Децл, будет готовить не только для Николая Николаевича Дроздова, лидера группы «Много свело», Макса Покровского и Влада Сташевского, и еще ряда хороших людей, я думаю, мы рассмеялись бы. Децл, он же Кирилл Толмацкий, окончательно кумиром молодежи стал после хита «Мои слезы, моя печаль». Мои слезы, моя печаль. Попробуй. На чем варился? На кокосовом воде, да? О, божественно. Кисло, что-то очень. Лимон. Не лимон, а лайм вот этот, да? Да. Слушай,
Ну, действительно, ты талант. Потрясающий. Посмотрим. Очень. Ну, нет, я без всяких комплиментов. Ты что руками берешь? Не горячо, что ли? Это самка, значит, это вот самец. А это самец, у меня тоже самец. Ну ничего. Да это мелочь. Лапку пожуем тоже. Изысканный обед, мне дочь. Ну, где бы еще такой, да? Крабы, хитоны. Можно жить! Можно жить! Вот это кайф! Домой. Я тоже, кстати. Достаточно. Все посмотрели, все изучили. Это страшно. Больше не надо. Все, уходишь. Ну, правда, я уже все попросила. Да я шучу, ну, ладно. Решили. Ну, как это уже, мы решили все. Я даже не знала, что с ним будет. Я думала, что всю ночь будет истерика. Ничего, она поплакала. Что это такое? Я не могу понять. Нами это хоть общаются здесь, какие-то загнаенные, это же ужас. Вот такие, не знаю, мне кажется, это не от краба. Вот мы вчера... Это обрастение, куришься просто, да. Царапаешься об растение. И что, заносится вся? Потому что они гноятся, реально, это ужасно. Так не больно. Не трогай ногтями. Зато вчера, вот, например, вот мой ожог. А во что-то обожжёшь? Я взялась об горячее полено. Взяла просто, и у меня шок наступает через секунды-две там. Потому что все. Я думала, мне конец. Это очень больно, очень больно. Человек ехал сюда, рассчитывая на иное. Пиар. Человека пиар. Ну, ты, ну скажи, что ты по консилу? Скажи. Ну, не могу. Ну, что тебе заглушило? Стрехануло как. Не знаю, стресс какой-то, просто ужас. Она знает, как работает телевидение, она знает принципы работы телевидения и рассчитывала, что здесь будет монтаж. То есть в кустах стол, довольные лица, море, солнце, баунти. Немного осталось. Ну что ты? Берите! Я сказала не снимать. Хрен. Вот такой. Здравствуйте. Ну вот пришло время вашего первого испытания. Сейчас оба ваши племени будут заперты в эти две клетки. Вообще немного похоже на то, что с вами происходит в жизни. Вы сами себя добровольно заперли на этих необитаемых островах. Лика, можно вас на пару слов конфиденциально? Что-то случилось. Лик, на вас нет амулета вождя, но прекрасно я знаю, кто вершит делами в племени. Вы сознательно решили проиграть сегодня испытание, да? Ну, мы приняли такое решение, да, мы с девчонками, со всеми. Ну, понятно. Вы понимаете, что нарушение правил, да? Мы понимаем это. Кстати, еще ни у кого не возникло желания попроситься домой? Все уже в курсе того, что мы приняли решение племени. Пусть не будет в курсе другого. Мы, да, мы решили полчаса назад, что мы нормально все играем. Итак, насколько вы поняли, сбежать с островов практически невозможно. Выйти из этой клетки можно. Что вам и предстоит сегодня сделать, несмотря на то, что вы будете связаны по рукам и ногам? Вот ключи от ваших кандалов. Надо совершить подкоп и выйти из клетки наружу. Здесь неподалеку находится нож, которым можно перерезать ваши веревки. Как только нож будет у вас в руках, вы будете окончательно свободны. Для того, чтобы достать нож, вам надо пережечь веревки. После этого надо доплыть до места, которое обозначено буем. Там под водой находится сундук. Вам надо достать из него ключ. Ключ откроет сейф на берегу. В сейфе защитный тотем. Племя, которое возьмет защитный тотем, останется на острове в полном составе. Проигравшее племя завтра на совете решит, кто должен покинуть остров. Начали. Мы могли выйти из клетки, только расковавшись от кандалов. И в клетке лежали какие-то палки и куски веревок. И нашей Лике пришла идея связать эти палки вместе и попробовать снять хотя бы один ключ.
Технически, вот, смотри совсем. Откидывай то, что Кирилл накидывает. А мы что так внутри-то? Ну, потому что она падает вниз. Прыгай. Ой, кто-нибудь можешь меня поддержать? Держи. Молодец, Анюта. Держи. Давай, тащи. Сбоку палки, помогайте. Вверх. Зацепим, может. Еще. Сбоку так на решетке. Вертикаль сразу, поднимай вверх. Тихо. Очень слабо, Маш. Давай. Вот понесли, тихо. Нет, дорвется. Нормально, все хорошо. Вверх. Не торопимся. Никакого там. Держите ключ. Палка. Палку хорошо. Давайте кто-нибудь. Выползай, неси нам все секунды. Сейчас, откройте мне руки. Конечно же, я не собиралась бороться, это было точно, потому что я для себя все уже решила, но так случилось, что ключ, самый тот первый злосчастный ключ, который удалось снять, подошел именно к моему замку. И в этот момент я поняла, что я просто не имею права подводить своих девчонок. Зацепил, потихонечку, без фанатизма. Помогайте, ребята, помоги. Вот, помоги. Открой это самое. Выверни. Они прокручиваются, просто прокручиваются. Замки сломаны. Надо смотреть, что все 9 ключей у нас. Что говоришь, что? Есть! Нет, сучки такие, вот такие совсем легкие. Все, спасибо. Здесь перевязывают. Бандан горит. Чтобы он упал. Бомба, веревочка горит. Оп! Режь себя! Саня, быстрее давай меня режь. Его. Так. Игуан, они получают защитный тотем. Вот это кресало и этот нож ваши. Они вам пригодятся.
Вы остаетесь на острове в полном составе. А с вами мы встречаемся завтра на совете. Вы должны решить, кто из вас покинет остров. Весело взяли и весело понесли. Серега очень высокий, он, видимо, весь груз тащит сам. Это да. Опа. Как будем скидывать? Так, осторожненько. На раз тоже. На раз. На раз. Ноги убрали, ноги убрали. И раз. Так, ну что, делаем? Давай, хватит, отойдите оттуда. Опа. Ху-ху-ху. Передвигаемся. Да кто ли вы пошли? Вот. Оп. Подержи, стоп, не наспеши. Санек, возьми этот тесак у него. Вот смотри, дня здесь, а дома как такового нет. У нас как бы определился своего рода лидер. Вот, я пока подчиняюсь его приказам. И, ну, я думаю, что день-два еще покажут, что строительство здесь нецелесообразно. Вот это уже насмерть. Не понял, а что слили? Зачем слили-то воду? Да, Кирилл, ты или варит этот сам? У нас нет воды, понял? Разберемся. Да ничего, Дрич, ну вот, нормально привыкает. Человек прикалывается, командует, но мне как бы все равно, в принципе, очень. Я знаю, что мной никто никогда не командовал, поэтому все, что он говорит, это как бы иногда мимо уха. Надо догадаться, в самой низине воткнуть жилище. Легче засыпать все вот так вот. Тогда не будет и воды здесь стоять. Вот мы должны периметром обкопать. Здесь у нас будет крыша, у нас не будет внутри воды. Ты затеиваешь строительство не на неделю, не на две и даже не на один месяц. Понимаешь? Ты так думаешь, завтра будет все готово. Да ничего там не будет. Только чуть-чуть помогай хотя бы немножко. Нет, будет здорово. Понимаешь, дело не в том, что... Я с удовольствием приложу свои усилия там, где моя польза действительно будет нужна всем, понимаешь? Ну ладно, покопать я тебя покопаю, но терпеть не могу, тратить силы на глупости. Твою мать, а стоит ли все это вот делать? По крайней мере, бессмыслицу. Мы столько в своей жизни делали глупостей, что еще на острове, ну, совсем неохота к этому возвращаться. То, что мы этот второй Акрополь возводим, ну, может, кому-то это и надо. Мне нет. Что это? Девчонки, девчонки, посмотри. Этот ваш единственный постоянный собеседник, это вот он, смотри, с третьим глаз. Собеседник на острове, тут прутья просто, кроме вас самих. Обращайтесь к нему, если вам чего не будет хватать. Но помните, каждое ваше желание будет иметь свою цену. Девчонки, внимание! Там, значит, находится такой каменный друг, к нему можно обратиться. Ну, конечно же, за это все будет не бесплатно, он за это потребует что-то там. Могут просто потребовать что-то от тебя, что-то, там, отдать какую-то вещь, там, или ты что-то исполнить должна. Конечно. Либо чего-то лишить. Это же не обязательно обмен на участника. Нет, нет. Должен быть хоть один мужчина, которому можно пожаловаться, хоть каменному.
одной стороны, неплохо. То есть все-таки женщины и все женщины, то есть можешь сделать все, что ты хочешь. Особо не стесняйся, кто тебя не ущемляет. Но, конечно, хватает мужской силы, мужской опоры, помощи в чем-то, даже вот порубить какие-то очень крепкие стволы. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы были мужчины. Тоскливо. Я очень хочу увидеть маму, Таю, папу, Витю. Диму, мужа моего, любимого. Как тяжело здесь быть. Я не ожидала, что будет так тяжело. Говорят, вообще сейчас такая теория, что люди возникли, и вот последние два вида, которые населяли Европу, там шла просто охота одного вида за другим. Так. Ребята, маленькое заявление, прошу собраться на 5 минут. Кот, потом красоту наведешь. Чтобы у нас не было споров, кто должен покинуть из мужской команды сегодня остров, я предлагаю свою кандидатуру. Ну, ты даешь. Ну, да нет, у меня ничего не сломалось абсолютно. Будем так говорить, все нормально. Потом я объясню более подробно, вот после совета. А сейчас у меня просьба, проголосуйте, ребята, за мой отъезд. Я хочу, чтобы вы все были вместе. Вместе, вы здоровы, а молодые. Мы Валер, все. Мы против. А потому мы что против? Одного все равно надо ну, убирать. Конечно. Но я должен им быть. Потому что после вчерашнего соревнования я понял, что я никакой пользы команде не принес. Это мелочи. Вот. Не торопись. Так. Если это не сильно противоречит вашим убеждениям, проголосуйте против меня. В любом случае, белые и черные камни в силе, поэтому здесь уже каждый... Ну, нет, ну ладно, самоест у тебя началось. К вечеру, наверное, климат. Перегрелся, климат, я вижу, он как берега. Они, что игуаны вчера договорились проиграть защитный тотем. В Москве все они говорили, что не хотят никого вычеркивать. На этот раз у них есть такая возможность. Если белых камней на весы будет положено больше, племя сейчас будет выбирать не жертву, а вождя. Удивительно. Вот уж не думал, что они положат на весы черные камни. Почему? Добрый вечер. Сегодня у вас первый совет. Всего 4 дня назад вы встретились все вместе. Сколько вам всего пришлось пережить? И первый конкурс, и первое поражение. Наверное, вы вспоминали в эти моменты своих близких. Не волнуйтесь, у вас дома все в порядке. Николай Николаевич, ваша жена на даче нашла 5 подберезовиков. О, посмотрите. Да. Спасибо. Влад Сташевский, у вас профессиональная новость. На конкурс «Лучший сценарий для вашего клипа» поступило несколько заявок из Союза кинематографистов. Спасибо. Спасибо, Саша. Максим Покровский. Сын Илюша приносит пока 1-3. Все нормально. Пускай приносит. Александр Матвеев. Ваша дочь Даша приносит 1-5. Правда, недавно за диктант она получила 4. Спасибо. Валерий Данилин. Все скучают. А ваши любимые кошки спят на вашей спортивной куртке.
Децл, Кирилл, твоя песня «Логалайз» вывешена в интернете. Пользуется огромной популярностью, сообщают. Отлично. Сереж Тарасов, с вашими родными пока созвониться не удалось. Извини, пожалуйста. Ну что ж, у вас был выбор, вы его сделали. Тот, кто не хотел решать, кому уходить, положил белый камень. Тот, кто готов к выбору, положил черный. Вы готовы к выбору. У меня тоже есть черный камень и белый камень. Их всего два за всю игру. Я два раза могу изменить всю игру полностью, если вы будете играть нечестно, если вы будете нарушать правила. Давайте перейдем к делу. Максим, прошу вас. Валера очень трогательный человек, но я пока никого толком не узнал. Соответственно, его предложение рассмотреть его кандидатуру как выбывающего было лично для меня единственной возможной альтернативой, потому что я пока никого толком не узнал. Виталий, прошу. У нас очень дружное и замечательное племя, но кто-то должен уйти. Сегодня это Влад. Обратите внимание, кто голосует против Влада Сташевского? Возможно, это свидетельствует о зарождении конфликта между звездами и остальными участниками. Влад Сташевский. Замечательный парень, но игра есть игра. И мне кажется, что ему несколько тяжеловато на острове. Впрочем, я могу ошибаться. Время покажет. Николай Николаевич, прошу. У нас все ребята отличные. И Валерий тоже замечательный человек, но у меня ощущение, что он просто на грани своих возможностей физических. Это меня очень огорчает и даже тревожит. И мне хочется, чтобы он был здоров, счастлив. И сейчас он даже сам хочет поехать домой. Влад, прошу вас. Все очень просто. Человек очень хочет домой. Три дня пытались найти контакт. Прошлой ночью появился какой-то диалог. Я надеялся, что сегодня этот человек приступит к общей жизни племени, к работе, к действиям. Но, увы, к сожалению, тогда ничего не произошло. Сергей Тугауков. Я проголосовал за него, потому что, хотя и знаю, что это один из самых сильных участников. Тем не менее, я считаю, для начала ему это будет очень полезно. Получить одно отрицание. Я выбираю Сергея Тугаукова, потому что мне этот человек показался наиболее напряженным из всех. Извини, Серега. Я написал имя Валера. Считаю, что он должен отправиться домой, так как ему достаточно тяжело в связи с его возрастом. Кто же сегодня уйдет? Влад. Валерий,
Сергей. Валерий. Сергей. Влад. Валерий. Влад. Валерий. Это вы? Да. Возьмите факел, подойдите ко мне. Если вам есть что сказать вашему племени, прошу. Дорогие вы наши, ребятки, я хочу, чтобы вы как можно дольше свой состав оставили. А для этого надо не проигрывать девочкам. Ну, вы же мужики. На этот раз я взял удар на себя. Но чтобы больше такого не было, побеждайте в каждой игре. Ну, прощайте. Я вас очень всех люблю. Кто-то думает, что люди едут сюда специально только для того, чтобы заработать деньги. Я думаю, что это совершенно нормально. Но главное здесь не это. Может быть, это уникальная возможность задуматься над вещами, о которых в обычной жизни мы даже не задумываемся. Возьмите ваши факелы. Спокойной ночи. Скоро к вам я загляну. Смотрите через неделю в следующей серии. Первый мужчина на острове женщин. You love me, man. Yeah, I love you so much. Острова открывают свои тайны. Пресная. Угроза голода становится реальностью. Бананы. Я чуть в обморок не упала. Первый улов. Он ползает вот так вот, да? Иголками шевелит. И он этими штуками вот так вот скребет. Они не думали, что это серьезно. Мне сил нет. Я Христом Богом вас умоляю. Ждать осталось недолго. Я привык быть первым. Или хотя бы быть в первом ряду. Но не получается быть первым. Считаю, что лучше вовремя уйти, чем остаться и ждать, пока тебя действительно с позором не изгонят. Я ушел. Не проигрыш. Это победа. Кто будет следующий после меня? Это будет Влад. Это Владом. Чем потерять именно настоящего делового человека, который может что-то делать для племени. Мое такое решение. Я знаю, что у нас будет.